На сборы приглашены полевые игроки и вратари 2002-2006 годов рождения из Москвы и всего Подмосковья. Начинаются просмотровые сборы хоккейной команды «Видное», которая участвует в чемпионате молодежной хоккейной лиги. Ребята уже приехали, готовятся, первый тренировочный день, и будем до конца мая просматривать игроков для того, чтобы подписать контракты с наиболее подготовленными хоккеистами. В новую профессиональную молодежную хоккейную команду войдут 25 игроков. Отбирать будут, исходя из желания играть и побеждать, физического состояния хоккеистов, их игровых качеств и тактических умений. Мы будем, так сказать, планировать тренировочный процесс. И на фоне этого тренировочного процесса будем начинать с теми, кто есть, и потихонечку менять слабые звенья, так сказать, усиливать команду. Будут товарищеские матчи, в которых можно будет, так сказать, отслеживать динамику развития игроков. Вратарей обычно 3-4, поэтому у нас сейчас на сборах 5 вратарей будет, поэтому кого-то отсеем, скорее всего. Но конкуренция сейчас будет, ребята будут биться за место в составе. Поддержать благое начинание решил и благочинный церквей Видновского округа Дмитрий Березин, который перед отборочными играми отслужил молебен. Слава Богу, что создаются новые команды, что ребята занимаются спортом, потому что спорт, он фактически укрепляет дух человека, и дух побеждает тело, потому что это очень такой простой труд на самом деле. Цели у организаторов довольно амбициозные. В планах принять участие в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги и как минимум попасть в плей-офф. В перспективе у нас в ближайшее время после регистрации в Минюсте запуск юниорского клуба, юниорской школы, то есть юниоров, которых сейчас практически в Московской области нигде нет. Задача выстроить на базе Ледового дворца, на базе города Видное, по сути, хоккейную академию полного цикла. Сборы в Ледовом дворце «Арктика» продлятся до 31 мая. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.